В Муравленко проходят окружные соревнования. Сегодня открыли параспартакиаду среди молодежи. В соревнованиях участвуют 50 паралимпийцев из 8 городов Ямала. Муравленко представляет команда из 11 человек. Дорогие участники соревнований, я искренне вам желаю всем проявить волю к победе, проявить силу духа и поверить в себя, в свои силы. Мне очень приятно видеть сегодня вас здесь, в нашем гостеприимном зале. И я уверен, что и соревнования, и ваша культурная программа будет для вас интересной, радостной. Ну а для тех, кто желает победы, несомненно, желаю достичь того, о чем мечтается. В течение 3 дней участники проверят свои силы в 5 видах спорта. Сыграют в шашки, шахматы, настольный теннис, посостязаются в плавании и легкой атлетике. В каком виде спорта ты хочешь себя показать? Ну, в легкой атлетике. Да вообще в любом. Почему? Нравятся все виды спорта. Мне нравятся шашки, и я проиграла, но ничего страшного. Я буду тренироваться и буду выигрывать. В Новоримпо я уже 4-й год подряд выиграла шахматы и тренируюсь на телефоне. По-моему, мне это нравится. С детства училась с планшета играть. Можно попробовать себя в чем-то новом. Как-то посмотреть, как другие выступают. Ну и как бы показать тоже свои силы. Кроме соревнований, паралимпийцев ждет интересная развлекательная программа. Спортсмены примут участие в мастер-классах, посетят музей занимательных наук, архимедиум и многое другое. Подробности 2 соревновательных дней мы расскажем завтра в нашем выпуске новостей, а имена победителей параспартакиады станут известны 6 апреля.